Лучшие цены на Apple технику и аксессуары в магазине macav.net, ссылка в описании. Всем привет, с вами Apple Team. Ребята, эти выходные я полностью посвятил играм на ПК и игровому каналу. Ссылка на мой игровой канал есть в описании к этому видео, вы можете переходить и подписываться, если вам это интересно. И, собственно говоря, в этом эпизоде мы поговорим о игре под названием Shinigame или Shinigami. Игра довольно-таки интересная, в ней очень много заданий, и как только вы зайдете в игру в самый первый раз, вы сможете выбрать вашего персонажа из трех доступных классов. У каждого из классов есть свои приколы, то есть свои какие-то особенности, и, собственно говоря, вы должны с ними ознакомиться и выбрать тот, который вам нравится. После этого вы попадаете в мир, где полно заданий, которые вы должны выполнять. Соответственно, выполняете задания, получаете золото и сможете прокачивать ваших персонажей. Заданий в этой игре будет масса, и мне очень понравилась система боев, которая есть в этой игре. В общем-то, мы с вами ничего не должны сделать, здесь все зависит от того, что идет на нашем персонаже и от возможностей нашего персонажа. Разумеется, сейчас все легко, потому что это уровни на первом этапе, после каждого уровня мы получаем какую-либо награду, если мы выигрываем, и после того, как мы что-то выиграли, забрали себе золото, мы можем идти брать новое задание, получать различные бонусы и отправляться на другие бои. В игре огромная карта, и, собственно говоря, боев в этой игре будет, ребят, очень и очень много. Мы найдем наших союзников, с которыми будем сражаться вместе, то есть после мы сможем набрать себе такое подобие команды, которая будет сражаться с нами. Хочу внести небольшой интерактив. Как только вы увидите моего персонажа, как я понимаю, здесь все персонажи одинаковые, то вы напишите в чат Apple Team, ты ли это. Если я вам отвечу да, то сделайте скриншот экрана и скиньте в мой твиттер, он есть в описании к этому видео, картинку. И, собственно говоря, после этого вы сможете выбрать любую игру до предела $2, и я вам ее куплю и подарю в App Store. То есть, на самом деле, все просто. Если вы увидите моего героя в этой игре, пишите Apple Team, ты ли это, и скидывайте мне эту картинку в твиттер. Если все окей, если это был правда я вам подарю игру, но в пределах $2. То есть вот такой интерактив. А в целом игра это браузерная MMORPG, и вы можете в эту игру играть совершенно бесплатно с любого компьютера, то есть либо с Windows, либо Mac, это решать вам, смотря что у вас есть. Ну что же, ребят, на этом все, это в принципе все, что я хотел вам рассказать. Не забывайте про интерактив, ищите меня в игре, я буду заходить довольно-таки часто, потому что, как я уже говорил вчера в обзоре игры, у меня сейчас есть свободное время, я решил его посвятить игровому каналу. И, собственно говоря, хочу привлечь какую-то часть аудитории на тот канал, если это, конечно, вам интересно. Если же не интересно, то можете не оценивать видео. И, собственно говоря, ну, можете не играть. На этом все, ребят. С вами был Apple Team. Если ты впервые, то подписывайся на канал. Не забывай о интерактиве с этой игрой. Ставь свои пальцы вверх. Пока. Видеопартнер канала Canon.